Продолжаем искать вдохновение в новых местах. Я первый раз здесь. Слав, ты был тут раньше? Не, ну серьезно. И я не был, прикиньте. Мы вырвались. Улица одна. Единственная улица с единственным домом. Центральный один класс. На улице Советской вы можете отремонтировать радиотелевизионную технику. Но это не точно. Федеральная служба исполнения наказаний. Если вы что-то сделали не так, вас накажут. И вот оно, здание. Вот оно. Здание. Видишь, вот эти вот согнулись. Ага. Им тяжело выдерживать конструкцию. Ребят, смотрите. Зенитка настоящая. Направлена на собор. Правда, не совсем логично, но ладно. Ребята, если у вас есть кошка, то мы нашли ей дом. Смотрите. Кошкин дом. Круто. Дальше больше. Новая набережная для Sunset Party найдена. Тусовочная тема. Больше путешествуйте, больше открывайте для себя новых мест, получайте удовольствие. Ребятки, мы так рады, что мы поели. Сыты, довольны, только хотел сказать. Здесь на 200 рублей дешевле, чем в Смоленске. А сейчас обзор сцены. Здесь можно провести мероприятие, батлы, тут двушки смешанные, диджея поставить. Вообще все круто. Поэтому в этом населенном пункте можно качать. Ура!
чисто все, подметено, брусчаточка, дедушка Ленин. Yo! 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 Yo!